9 января 2020 год, Харьков. Наконец-то снежок выпал. Второй раз за зиму. Такие нынче зимы. 3 декабря 2019 году выпал снег, растаял. Весь декабрь без снега, плюс 11 дня. Градусники на улице. И вот теперь 5 января. Зима вспомнила. Что это же у нас январь? Сичень. И все равно плюс один, и долго это продолжаться не будет. На снежок посмотрим. Уже рыхлый снег. Оседает. Да, новогодняя ночь, новогодние елки, люди на скейтбордах добирались по Сумской, видела такие картинки. Вот тебе зима.